Приветствую на канале Asmodee Play. Продолжаем играть в Бэтмен. Так. Так, вот смогу ли я его? Нет, не на него решающего удастся надо. Ларри? Кто еще? Ларри? Я возьму кусок этого. Вот так. Мне нужен хардвер. Да подождите вы. Да твою мать. Так, стой. На. Блин. Что-то мне давненько не играл так. Так, бета-ранг. Ну, давай смотреть, что у нас здесь. Так, я потуда пришел. Смотрим. Ну, вроде успел. Opposite end of the bridge. Все, осталось одна бомба. Так. Собирать мне тут ничего не надо. А в том-то Бэтмене собрали. Кстати, в том Бэтмене я, по-моему, еще и Джокера поймал. Так, хочу вам сообщить, что заложнику, которого освободили, удалось вернуться домой. Так. О, мне куда надо? Идем, идем.
выходим. Что у меня есть, я уже забыл. Так, это клеевая бомба. Это что у меня, блядь, дымовая. Блин, не так я хотел. Alright, all units, we are breaching. Move in, people. Gordon, I've defused three of the four bombs. As soon as I defuse the final bomb. Как только обезрежу последнюю. You're too late. Так, а мне куда? Захватите светлячка на мосту пионеров. Так, ну это-то я все обезвредил. Выходим, да, получается? Мне же на мост надо. Ага, это не выход. Блять, а где я пришел-то? Зашел. Непонимание. Вроде все делаю правильно. Вниз я не спускаюсь.
Так. Где что-то есть, блин? О. Это я куда попал? Ага. Спокойно. Понятненько, где-то должно быть. Понял, куда. Так. Значит, одна попытка. Взял. Давай, бежим. Надеюсь, все. Все. Так, повторяем умножение. Давайте, блин, не господи, боже, что мой. Еще YouTube, блин, закроется, не закроется скоро. Хрен его знает. Сначала сюда заглянем. Нет, нету ничего. Подожди тут. Да подожди, вот теперь-то вы. Come on!
подожди. Пацаны. Есть. Так. Как ты хочешь умереть? Мгновенно растаять из пляшей вспышки взрыва или... Джокер за решеткой. Награды больше нет. Сдавайся по-хорошему, я тебя заставлю. Выбирай. Он спустится ко мне на кулаках драться. Понятно. Как тебя долбить? Ни хрена себе. Понятненько, что с тобой будет непросто. О, кстати, ну вот, подождите-ка. Походу дела его так и гасить и надо как-то. Бежим, 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 я уверен, что надо бежать. Давай.
Ломаем что-то. Так, бежим, бежим, я так уверен, прям вот таки уверен, что надо бежать. Ни хрена он поджигает-то. Нет. Не взорвалась. Не та игрушка. Ни хрена ты меня там хотел гасануть-то. Я не понял маленько, как это. Бежим. Блин. Ё-моё. Терроризирует меня, пада. Ладно. Как я же... Тащи его. Сейчас мы ему наваляем.
Ну смотри, огонь. Давай, прям за жопу его схватили. Удар. Минутку. Давай, сейчас я ему люлей надаю тут. Господи, если не все такие гении. Один с электричеством, другой с огнем, третий с холодильником, там еще что-то. Так сделали бы мир лучше всей толпой-то. Думаю, если так отдал приказ сапера, обломки моста были бы сейчас на дне реки. Заберите его. Что, не видит меня? You didn't listen. Not big on taking orders. Не люблю приказов от преступников. Taking orders from cops. А я от полицейских. I should have gotten to that last bomb. Yeah. And I should have given you access to that security door. Мы вдвоем неплохо справились. We covered it pretty well. Улетел. Но он обещал вернуться. Альфред. Альфред. Я в твоем доме, Брюс. Мэйн, возвращайся домой, попрощайся, когда печаль перестанет, перерастет в злость, ты будешь готов к поединку со мной. Мэйн-то, по идее, тупой, ты с атакой должен быть. Ну-ка, тихо. Нет, тут Бэтмен погибает. Нет еще. Завтра, наверное. Завтра, послезавтра, я бы еще в нерабочий день бы ходил бы на работу. Все, идите. Смотрим, что у меня здесь. Тихо. Я уже спрашиваю. Вот, видимо, и настал тот момент, когда мне сюда надо. Computer isn't working. I need to restore detective vision before I can find Alfred. Тихо! Найдите Альфреда. Так, блин, где он? У меня тут ни одного дополнения не могу улучшить. А здесь у меня вроде все. На пипец как не хватает, и худший кошмар, и величайший детектив. Так, ладно.
Alfred. Damn it. Bane damaged the computer. I need to restore detective vision. Надо восстановить детективное зрение. Надо. Только как? Computer isn't working. Компьютер поврежден, чтобы найти Альфреда, сначала надо вернуть детективное зрение, да? Я знаю. Мать его, ну не так. Как мне его вернуть? Alfred. Надо восстановить. Damn it. Bane damaged the computer. I need to restore detective vision. Так, сюда. There. That should do it. Alfred. Alfred! Так. Вон он. Вон он. Alfred, can you hear me? Давай. Get you out of there. Alfred. Ни хрена тебя там завалило-то. Alfred, you can't. Альфред, только не... Не веди себя из-за меня тоже. Только попробуй, падла, помереть. Ну не было такого. Он, кстати, в другой-то части, он живой. Часть, которая, по идее, должна быть после этого. Там он живой. Это как-то не домутили они, я не знаю. Пульс? Есть! А, ну вот! Так, а подождите, я должен, да? Спасти Альфреда. Come on, damn it. Давай. You're going to be all right. Нормально. Током бахнули. Я ел. Спасибо. Пускай я часто критиковал то, чем вы занимаетесь, но теперь я все понимаю. Ступайте. Вы им нужны. Ну и ты у меня сейчас и папа, и мама, и нянька. Я думаю, что я тебя брошу, да хрен-то там. Даже свой, как вот Бэйн нашел. Он же тупая скотина. Деградация у него. Ну, кстати, тут лицо пока еще другое. Сходи погуляй. Одевайся и сходи погуляй. Мне их не остановить. I can't stop them. Не подходи. No, you can't. Говори вкратце. Not on your own, but it's high time you realize that you are a man, not an island. And a man's strength Нет, comes выключи, not from just brawn and intelligence, but also from his allies. Давай, Джокер сбежал из своей камеры в тюрьме Блэкхайм и поднял бунт. Повторяю, Джокер захватил тюрьму. Ну, кстати, в какую-то... А в какую он это, тюрьму-то захватывал?
Есть, есть. У меня Бэтмен это игра такая, да, серия игры, где он тюрьму притащил, а он тюрьму захватил. Arkham City, если не ошибаюсь, по-моему, называется. Так, минутку. Остановите Джокера. Ну ладно, тут у меня все понятненько. Мать вашу. Мать его, еще и загасили. Ладно. Too bad, so sad. Сейчас мы тогда постараемся захренать. Ой, да пошли. Давай. Выбил из строя. Thanks.
Thanks for. I could use your help. Так, мне нужна и ваша помощь. Сюда идет капитан Гордон. Then help unlock this place down. Займите ворота, как он просит. Yes, sir. We're on it. Понял. Будет сделано. Prison officer 47 to Captain James Gordon. What is your ETA at Blackgate? Be ready by the time you're here. Так, а я-то куда? The inmates will be expecting me. I should enter the prison through the sewers. Через канализацию. Sir, I've been listening to the reports coming out of Blackgate. Everything okay? I should be asking you that. How are you feeling? Well, it's not every day that one's heart must be crudely resuscitated by defibrillation, but I must say I feel remarkably well, considering. Good to hear. Any arrhythmia, let me know immediately. Of course. But honestly, Bruce, I do think you have bigger things to worry about right now. Что я удачно попал. Понятненько. Пошли. Something is sending a strong electric current into the water. I should be careful. Давай. Вот их разбил. Уничтожаем. Куда-то добить. Блин, ломает все тут. Давай, тяни. Блядь, что, не прошло ли там, блядь?
to deliver power to the pump generator to raise the water level in the lock below. I can raise the water level in the lock, but I need to power up the pump generator first. Нужно поднять уровень воды в шлюзе. Ладно. Так, не поднимается. Поднимаем уровень в отливе, как и хотели. Так, что у нас есть? Маленько не так. И понятно, как это. Мать его, помер. Да, заткнись ты, мать его. Все время забываю, что вода, блин. Опа. How much further? Hey, we're almost there. I can taste the fresh air. He's there. Take that freak out. I'll stand a chance. Давай. And how do I want this stuff delivered?
little rendezvous. Do me a favor and keep him busy while I finish up in here. She's telling the truth. They'd never give the codes to an intern. А там что? Or I'll shut it for you permanently. Just kill me with that elbow. Think I'll make you suffer. Так. Давай. Will you please hurry up in there? I've got places to go and people to kill. He might be tough, but for a bullet in his head, he'll die like anyone else. What's it gonna take to kill this guy? I'm sick of this. Is he gone or not? Over there. He has to be over that way. Come on. No way he got back. Batman just had his way with one of you. Now that's the spicy meatball. Uh-huh. About where these guys are gonna end up. I mean, Blackgate's finished. You think GCPD can hold them all? Uh-huh. I don't know what the hell you are, but I will still gun you down. Where are you? Господи, вы такие.
Ну давай. Блин, застрелили, падлы. Мы так все хорошо начинал. Ой-ой-ой. Ладно. You man, talk to me. Fish in a barrel, and we're the damn fish. You see what happens, huh? That's what happens when you're sloppy. You ain't taking me down. Over here, he's right here. Come on. Эх, по одному. Кто-то еще где-то есть. Come on, Batman, let's up the stairs here.
Да, вон он. Maybe those hostages know where the Joker's hiding. Are you okay? What's it to you? You were almost killed. Occupational hazard. Профессиональный риск. Look, I know why you're here. He's in the Panopticon, and he's waiting for you. Мы идем туда, значит. Давай. На. Ну, батарея заряжена. Apparently the Joker's afraid of me. Джокер меня боится, он меня не выпустит. Еще я не люблю, когда меня обманывают и заставляют зря тратить время. You should have known trying to kill me was a waste of your time. Это Рас Аль Гул, что ли? Well, you won't have to worry about that. Ну-ка, разве кто-нибудь еще пообещает 50 миллионов баксов? Someone else puts up 50 million bucks. I wasn't worried. Да. Давай.
you up one slice at a time. Бля. Вы не сгонила нахрен. Looks like I'm gonna need to find a new playmate. Oh, and we were having so much fun too. Ай-яй-яй. Не надо перчатки включать, вот что. Ding-dong, the damn old bat is dead! Thank you.
Давай, бей. Oh, I'm sorry. Did I kill your friend? Oops, my bad. Придется попотеть. Recognize your body when I'm done with you. Да стой. Блин. Вот я навоевался-то. Ну что ж, думаю, на этом все.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Сколько там YouTube продержится, я. А, это мини-бейны. Мать вашу. Да. На. Oh, I'm sorry. Did I kill your friend? Oops. My bad. Понятно. Бля, не, надо бой закончить и все на этом, наверное. Ну давай. На. Ну что ж, все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте комментарии. А увидимся уже в следующем видео. Если, конечно, у вас не отключили все.
Мне пора. A lot of people. I brought the city to its knees, crippled the police force, and it's not even time to unwrap our presents. Stupid! Ух ты! Let's do this. Okay, okay. Ладно, ладно. What our friend Fane holds in his hand is a heart monitor. Once he clamps it on, every beat of his bacon little heart will charge the battery on this electric chair. And when it's fully charged... So either you kill Bane... No, I won't kill him. But you will. You will fight me with all your resolve, or you will die. Someone is going to die. You, me, or the clown? The question of which one of us it is in your hands.